Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем проходить на Tail. Мы с вами остановились на том, что мы спустились в пещеры. И сейчас нам нужно будет в пещерах. А, получили мы с вами заклинание «Жизнь», «Оживи» называется оно, получается. И теперь нам нужно будет очищать вот от этих ядов пещеры, я так понимаю, и, скорее всего, босс у нас будет какой-то вот змей, которого тоже нужно будет спасать. Надо садиться поудобнее. Мышь нам тут не нужна совсем. Нужна только клавиатура. Так. Что у нас по заданиям? Я забыл уже. Так. Поговорить с химией нам надо. Так. Чуть-чуть подальше сделать. Так. Поговорить с химией. Найти бы ее еще. У нас химия это была. Так, мы расчистили путь, где-то, наверное, здесь. Вот. О, а вот и ты. И у тебя заклинание жизни. Глазам своим не верю. Никого из нас оно так и не получилось. Бора не выжила. Розалин, заклинанием жизни ты больше не дашь никому умереть. Пожалуйста, спаси наших друзей в тайной комнате. Мы не можем позволить себе потерять еще кого-то. Отравленные воды. Так, где ваши друзья? Давайте... А, наверное, в той стороне. Да, он, наверное, вот здесь, наверное. Так. Живи. Луч, обвал. Так. О, дружочек. Гарни – дружелюбные и очень любопытные существа. Они постоянно крутятся вокруг. Основы их рациона составляют лунные колокольчики. Они съедают только самые яркие цветки и думают, именно от этого сами начинают светиться. Так, тут что у нас? Свет. Свет, цветы. Если на Тамарай пойдет свет солнца, на кусте начинают спускаться цветы. Молодежь выяснила это, проводя эксперименты в тайной комнате, но старейшины этих цветов никогда не видели. Так, у нас новый уровень. Давайте выберем навык с вами. О, у меня все. Давайте леса приманкой сделаем. Так, тут мы что? Тут, наверное, все, да? Что нам дальше делать? А, ну мы... И по заданию что у нас? А, вот здесь у нас задание есть какое-то, да? Давайте приблизим. Так. А мы все сделали. Ну, пойдемте... во-первых, очищать лес... Ой, блин, где ж у нас... Собирать у нас очень много всякого интересного. Давайте все это дело собирать будем. Возможно, если мы вернемся, мы все чистили. Надо до задания со змеем, скорее всего, по идее. Хотя что-то никого и нету. Так, давайте сделаем луч. Живи. Ну мы все, мы да, мы можем очищать спокойно, мы теперь нормально можем и передвигаться тут. Так. Луч, живи и дом. Так, отлично. Я бы хотел бы как-то этот тетр стапить, попробовать. Ну как это сделать? Так, живи и пища. Так.
А вот надо вниз спуститься. Вот видите, у нас еще внизу там целая куча всего. Вот у нас здесь очень много всего. Так, живи. Ну все. И живи. И руда. Видите, мы с вами молодцы. Ой-ой-ой, мне она... Нифига, я-то думал... Жар... А я думал, что мы это... Этот телепорт, этот грот... Подождите, а как же нам... не пойдем туда. Ты идешь за мной. Ну, давай еще раз, иди за мной. У нас вот, да, вот здесь нам надо сейчас. Вот, отлично. Лучший вид. Так, ну все, здесь мы как-то можем. Здесь получается, вот в этих нет, это у нас получается здесь какие-то, видите, эти водопады. Так, наверх нам надо. Так, луковица. Так. Отличненько. Мы сейчас можем так живи, золото кувшинка. Когда вода будет очищена, здесь снова начнут расти золото кувшинки. Эти водяные растения можно использовать даже как мост. Дети часто так и поступают, пытаются подбежать по листьям на ту сторону, не упав в холодную, как лед, воду. У нас там что-то еще есть. Пещера. Изарак. Когда предки только спустились в пещеры, Изарак помогал им заблудиться. Его сейчас используют, чтобы определить верное направление. Так, это же интересно. Так. Так. Здесь давайте изучать. Ну, здесь много чего изучать на самом деле. Когда предки спустились сюда, они подумали, что это голубой свет излучает духи, пытающиеся заманить их глубины на погибель. Тогда они обходили эту пещеру стороной. Кореш. Давайте здесь изучать дальше. У нас видите сколько всего. Ханафая. Да. Здесь много всего интересного. Пунерва. Целитель делает из этого сока густую мать, которую накладывают на раны. Действует она так же, как кальмёд. Вытягивает заразу и дезинфицирует поверхность. Чинка. Так, здесь можем мостик сделать, да? Ага. Так, а что у нас по карте? У нас там что-то есть. Ой. По ним, по идее, мы, по-моему, прыгать можем. Так, здесь у нас идет как раз. Давайте луч. А, здесь, наверное, не надо луч, наверное. Давайте большой сделаем. Жар. Жар. Магма. Так надо. Здесь живи. И отложение. Всё. Отличненько. Теперь мы здесь пройти можем спокойненько. А, только теперь нам как-то заморозить надо. Так. Лучше руда. Оживи, если.
Не, а как нам теперь все это дело обратно заморозить? Спуститься я не могу пока. Так, жевать. Тамара и кустарник. Этот замечательный кустарник растет во многих уголках пещер. Его листья рекомендуют собирать и жевать после еды, чтобы лучше пищеварение. Что такое? А. Так. Я не помню, мы туда... А, мы здесь были, да, по идее? А. Ой, он здесь сигнул снизу. Подождите, винт тогда. Да просто... А, не, наверное, нам надо... Риф. Просто как нам вот именно... Где вот эти домики-то проскакать? Хотел вниз вот сходить как-то, я пока не совсем пойму, как вниз сходить. Возвращаемся вообще с самого начала, что ли? О! Блин. Сверху, да? Судно. Лунник. Редко местных обитателей, исключение на лунный свет. А вот современные пещеры никогда не видели луны и считают, что это все сказки. Кто мог подумать? А, еще у нас новый уровень. Так, путовые чары. Лучше самый широкий. Так, а как нам... Я что-то... Ждите. Просто вот, я не понимаю, как вот здесь пройти. Может, с самого начала начнем возвращаться? Я не знаю, как это сделать. Я вернулся в лагерь, да? Давайте тогда еще сюда. Что ж ты сделаешь? Ой-ой-ой. Так. Так, луч. Луч. Живи. Запасать. Да, давайте сейчас. Живи, сопка. И уход.
Короче, мы пока почистим здесь маленечко. Посмотрите, птички сидят. Хочу их получить. Что за бабочек? Так. Живи, город. Мы как-то сможем пройти, да, сейчас же, наверное? Вот, видите, Биним, великая змея, божество пещерников. В ее честь они создают вот такие небольшие святилища. С тех пор, как начались землетрясения, в них постоянно молится народ. Надеюсь, милостивую змею. Вот мне теперь надо как-то вот туда пройти. Как это сделать? А, вот здесь можно что-то сделать. Ой-ой-ой. Подождите. Отлично. Немножечко. И Кося покарал. Так, здесь мы молодцы. А, ну вот мы теперь пониз... Ой. А чего такое? Там что-то осталось, что ли, еще? А чего тут? Энергия. Так. Ой. Так, луч, живи, я. Сейчас здесь все поубираем. Живи. Привет. Все. Как мы лихо. О, что здесь? Это что ли? Так, а у нас тут, да, еще осталось? Живи, песчаник. Давайте что-то за жар. А что не жар? Жар. Интересно, здесь что-то есть или... Ну, ничего нет. Здесь вот есть. Сейчас мы тут лучиком-то. Так, жар, луч, широкий. А что такое широкий? Ладно. Выражитесь. Так, ветер. Луковицы и ветер. Когда нежные луковицы на стеблях этого растения лопаются, они спускают чудесный аромат, достигший сам глубин пещер. Так пахнет летний ветер. Сейчас мы тут. Жар, луч, длинный подпол. А что мы сделали? Сюжетное здание «Дыхание зимы». Что-то мы нашли. Так, а теперь как-то нам надо ходить в первую очередь, чтобы здесь моя мечта. Так. Давайте, вы уже надоели. А что у нас получается? У нас еще магия льда есть.
елки-палки. А мы что-то еще туда не сходили. Ой. Там у нас что-то непонятное. Ай-яй-яй. Ты жить будешь еще? Так, каждая свеча есть источник истинной магии. Это энергия, я чувствую ее и могу установить контакт с каждым святилищем. Они рассказывают историю о местных жителях с древних времен до наших дней. Ты бежишь за мной? Изверг. У нас вот еще он есть. Давайте тут сначала Тут сначала пробежимся. У нас тут вот еще вон локация, вот локация. Может, тут что найдем. Потом, может, туда дальше. Ну, как вот центр надо как-то пройти вот отсюда, да? Так. Поэтому с самого начала мы возвращаемся. Ух ты. Большой Баверус. Баверус — это огромный злобный зверь, встреча с которым лучше избегать. Если Баверус заметит тебя, то неизменно нападет. Он движется довольно медленно. Ничего себе. Зачем нам вот рельеф, ущелье? Зачем нам вот сюда можно подняться? Телепорту. Меня специально предупредили, чтобы я не трогала скалу, на которой растет шураби, если я не хочу заработать ожоги, даже серьезное отравление. Нам надо птичек собрать. Скал бабочек. Когда я подумала, что это какой-то особенно красочный минерал, но когда я подпридвинулась ближе, сказала, как будто взорвалась и вихрь, который подняли крохотные крылья, всколыхнул воздух в пещере. Это было так весело. Почему-то весело. Внимательно, что с ним происходит. Так, а что у нас там что-то есть? Да. О, отлично. Пещерники научились сварить из листьев широе мыло. Это рецепт этого мыла передают в крайних поколениях в одной единственной семье. Но в какой они мне говорить не хотят. Да ладно, мы и грязные, плохое, ничего страшного. Не критично. Надо поговорить со змеем. Там еще лед же у нас есть. Дедуля. Извини, мне сейчас некоторые разговаривают. Я молюсь, чтобы змея даровала нам прощение. С тех пор, как у нас появился гордец, она в дикой ярости. Я слышал, как они с Ирис говорили про зелье магии диссонанса. Гордецу у нас было нужно только одно – кровь великой змеи. Я бы никогда не осмелился пролить кровь змеи, она же священна. Так что взял садовый нож и пытался приговорить это зелье собственной крови. Приготовить зелье собственной крови. Вот только нож не помыл, а до этого я им резал корни шураби, и они выделяют кислоту. Хотя хоть слухи, что ты могущественная колдунья, ну или хронист, если так больше нравится. Может, твоя магия исцелит меня? Да, исцелит, конечно. Очень задание. А что надо сделать? А, жизни. Извини, сейчас некоторые разговаривать. Я. А как на тебе? А, все, понял. Ну, пока дальше. Зелье. Забыла кровь. Ну, здесь то же самое, да, пока.
Так, а тогда живи. Живи, сопка. Ох, змея велика, ты это сделала. Ты вправду владеешь истинной магией. Спасибо, что спасла меня, яхонист. Ставься, пожалуйста. Был еще с кем поговорить? Что здесь вообще как-то безлюдно в этой деревеньке. А вот у нас тут есть. Салют. Знаешь, у меня никого нет, кроме Бора. Наши родители погибли во время землетрясения. Я думаю, разберемся с тварями, и жизнь станет лучше. Но ей этого было недостаточно. Мы должны были отправиться на поверхность, как она и мечтала, подальше от змеи. Так, надо искать куски магии наши. И что-то, ну, посмотрите, ну, там зажать получается надо, да, или как? Так, жар, луч, тоннель. У нас еще магия льда есть. Ой, понял. Не может я... Ой, блин, яд. Так. Рожа. Что с рожей с моей? Чё, кто еще? Давай, выходи по одному. Да что такое? Эти потолще. Чё, кто ещё? Thank you.
давайте. Я просто не хочу перемещаться. Видите, оставшихся врагов 25. Так. Так, которого... Хорошо, камни близко. Ну ладно, не для всех. Паяц. Чё-то их прям... Хорошо, я как стою, они не доходят даже до меня, умирают раньше времени. Все. Получилось! У нас получилось! Мы молодцы. Опять у нас новый уровень. А мы что-то, получается, вообще все эти изучили все уже, да? Так, повышение урона по-быстрому. Урона по быстрым врагам. Давайте сейчас сделаем живи. Раз, ширина. Ничего не работает, да? Или это водичка у нас просто такая серенькая сейчас пока. А, да, водичка. Так, еще одну мы добыли частичку. Заклинание магии льда. Так, тут мы не пройдем. По идее, можем пройти вот отсюда, наверное, или нет? А, вон у нас наш на севере третий, да? Так, ну тогда пойдемте. Здесь мы пройти не можем, раз. Здесь тоже. Так. А здесь хотя бы здесь можно, да? И чтобы сократить, ну да. Ласт. Давайте сюда. Я хотел сходить посмотреть, там вот у меня специальный мост тут можно по-хорошему пустить. Или нет? Голубо. Так, свет. Отлично. Свет и дар. А потом поняли, что эти кристаллы — дар истинной магии. Нокин дал им свет и слегка приглушил тоску, которую не испытывали, вспоминая солнечные деньки на поверхности. Конечно. Вот сейчас мостик опустим. Жалишь. Так. Так, а там мы были, по-моему, наверху, да, как раз? Да. Я только единственное, знаете, что не пойму, вот как вот нам попасть вот туда? Дождь. А. Мост мы опустили. Телепортироваться я не вижу отсюда телепорта. Мы вообще, по идее, вот здесь, но здесь мы... Мы размораживая этот, мы не можем пройти, нам нужно заморозку сделать. И вот как нам пройти вот туда, интересный вопрос. Вот в ту сторону, как нам пройти? А как там туда нужно? Самое интересное. Потому что, ну хоть... Блин, ну тут я вниз.
А, ну хотя здесь, наверное, по низу можно. Вот так пробежать, вернуться сюда. Вот так вернуться вообще вот сюда и вот отсюда снизу, наверное, пройти. Давайте попробуем, конечно. Никак не могу жить. Ну-ка. Ну нет, да. Только бежать. А, это куда я не пошел изначально сверху. Я ж не пошел туда, я пошел влево. Да, да, да. По-моему, да. Давайте мы сейчас спустимся, попробуем. Правильно же, я думаю. Да, и нам надо еще ниже, и вот потом выйти вот сюда. Типа как мы из деревни выходили из этой. Здесь, где мы водичкой сюда тушили. Так, правильно? Правильно. Единственное, знаете, мне интересно, там вот одна тоже какая-то штучка. Там лед нужен, что ли, нам? Где она? Вот эта вот внизу, которая... А, тут что-то прохода-то нету. А как нам туда пройти? Интересно. Ну, да ладно. Тогда изучим потом этот вопросик. Нам, по идее, вот сюда, наверное, да? Так, сюда, да. Где нам сюда? У нас здесь есть. Ведь... Если землетрясение разрушит Изарак, пещерники приложат все усилия, чтобы восстановить его точно таким, как он и был при предках. Так они выразят свою благодарность. Ой, да ладно тебе. Ой. Да, вот здесь мы сейчас как раз будем снизу. Да, мы вот снизу как раз отлично. О, о, друзья мои. Аванда. Да. Лаванда венка будет восторг от Гарни. Надо обязательно сказать ей о них, когда я вернусь. Блюдо, блюдо, блюдо. Фермер Киноко предложил мне попробовать шляпки Минарги. Вкус не похож ни на одно известное мне блюдо. Эти шляпки основное блюдо в кухне пещерников. Так. Живи, планет. Ой, смотри, как мы хорошо все сделали. Пройти, а то не... А, вон, вот. Торок. Ну ладно, потом пожарит мальца. Надо было там сначала сделать. Ну, сейчас мне больно будет, по ходу дела. Все, мы магию льда получили. Лед. Эти грибы настолько острые, что вы прямо чувствуете, как у вас на языке сгорается огонь. В кухне пещерников Хана Фай используют исключительно как приправа. А то эти грибы неизменный ингредиент инфицирующих бальзамов и инфицирующих эликсиров. Ясно, понятно. Идиот. Так, как нам теперь? А, мы можем. Не можем, да? Он. Монтаж. Ой, у нас тут что-то. Ритуал.
Целый гриб в рот потянет только полный идиот, хотя кое-кто пытался проделать такое, проходя ритуал инициации. Те, кто не догадался сунуть в рот срезанный лунный колокольчик, чтобы унять жар, серьезно пострадали. Нифиг. Сейчас не глубоко. Интересно, мы их можем заморозить, да? Так, жемчуг, крем, лимон. Эти грибы составляют основу рациона пещерников. Коричневая ножка, шляпка, пластинки используются все в любых блюдах. Сердцевина белошляпки под цвет напоминает жемчуг. Если ее разрезать, внутри обнаружится густой белый крем с похожим на лимон свежим кислым вкусом. Еще уровень носки, мы молодцы, а? Усиление атаки. Отлично. Мы прям вообще бодро идем. Так. А, ну тут надо сделать лед, врач. О, видите, как мы теперь можем ходить. Салат. Надо здесь давайте еще. Если переесть эти грибов, то можно легко отравиться, но это не должно вас пугать. Хорошо, что я не знала о яде, когда впервые их попробовала. Ведь сила минералов, что начинает струиться по вашим жилам, когда вы окутываете кусочек, просто невероятная. Пилюли, пилюли. Что за сударь? Я Шакини, местный старейшина, а эту юн зовут... Кинока. Это наша ферма. И мы сейчас по уши заняты, пытаемся защитить грибные плантации. Если на них доберется яд, это будет катастрофа. Тысячи людей останутся без еды, так что прошу прощения, мне до разговоров. Давайте поговорим. Привет. Может, он... Я Кинока, это Шакини, наша старейшина. Мы хозяева этой грибной фермы, наша владеет на протяжении нескольких поколений. Мы знаем о грибах все. Нет, правда, все. Я не шучу. Давай назовем любой гриб, и я расскажу вам ничего. Я точно как хочешь вылезть в эту часть грибной мастер, пусть задание. Так. Расскажите Кинока о серебряных шапках из леса предков. Что за серебряные шляпки? Подождите, а у нас вот там еще что-то было. Да. Руда. Я бы здесь пропустил. Его шляпка. Если разбавить этот крем водопадной водой, получается сироп, который лечит кашель. Недавно его пытались запить, чтобы получить пилюлю с тем же эффектом. Ничего не вышло. Кинока и Шакини должны следить, чтобы в селении всегда был запас было шляпок. Понял. Почему я не могу? Вроде же здесь лед. Так, что тут у нас? Найдите вход в лого змеи, поговорите с Ирис о том, как убедить змею. То есть нам устало, нам куда-то, да? Сейчас. Лед, луч, разлом. Ого! Мощно. Из верхушек и стеблей получается вкуснейший салат, который пещерники подают к рыбе из местных прудов. Это единственный день, который мне доступен. Погодите, а что, давайте тут надо как-то же ему рассказать. Салют, как ему рассказать? Так. Давай зайдем в гриб. Ну, я не могу. Ничего, ничего. Ну, мне, может быть, надо еще этот гриб собрать? У меня, наверное, его, может быть, нету. Как он? Серебряные шляпки. У меня
меня вроде все, ни о чего нельзя ему рассказать. Ну да ладно. Потом расскажем. Попробуем. Лед. А чего? Лед. Да, да. То есть как бы уровень воды ниже получается. Все, пониже просто надо было. Ё-моё. Ну что такое? Так, отлично. У нас тоже там будет, а нет. Пляж. Так. Кстати, заберем. Я просто не пойму, как с ним поговорить про грибочки. Так, кислота. Луч, лед, лед. Так, ветви. Яма. Так, живи. Как тебе вниз спуститься? А, ну хорошо, а как теперь? Подождите, давайте луч. Луч, так, луч, лед, гряда. А теперь сюда. Луч, лед, обрыв. Отлично, отлично. Так, живи. Заходим. Если верить предкам, звезд бабочек не похож на один другой камень. Он обладает собственной энергией. Ее пульсация напоминает многим от себе, не напрягая и притягивает к нему полчища бабочек. Многие и пещерники используют камни с этого утеса, чтобы строить дома. Они считают, что эта энергия будет поддерживать сферу в доме. Так. Луч, лед, да лед, сказал, изев. Так, отлично. Чуть подбираемся все глубже и глубже. О, даже здесь что-то там где-то еще сверху было. Так, лед, луч, урон. Давайте здесь маленько поморозим. Крекеры. Праздник. На праздник урожая пещерники целыми семьями выбирают собирать под ветви пунервы. Традиционный терм в этот день свежий сок надрезав в коре дерева, собранный на грибные крекеры. Наверное, вкусно. Мадам. О, ирис готова. Разумеется, тебе нужно будет как-то защититься, но ты не можешь убить змею. Ты же в курсе? Твоя задача – стрелять змею, не убивать ее. Хорошо. Жар, луч,
Энергичный. Не знаю, что здесь. А, это мы здесь раз дырочку сделали. Проход. Все супер. А не завершу тайны змеи. Да, подождите, чтобы посмотреть, что у нас здесь. У нас тут внизу вот есть парочка, да? На здание есть поговорить с этим, с товарищем. У нас наверху еще на самом деле где-то что-то осталось. Что-то я не досмотрел. Подождите, а что это можно смотреть? А. Луч, лед, обвал. Зелье. Зелье, рецепт. Лоза Широй. Сперва они использовали это зелье, чтобы очищать воду в колодце. Когда змея начала отправлять воду, они пытались найти рецепт, но вы безуспешно. Пойдемте к нашей змее сходим. Тогда мы тут все же, да? Ну да, про грибы я чуть не совсем понял, что ему рассказать. Ну, я думаю, расскажем потом. А так мы практически тут все зачистили. Подождите, у нас что-то исчезли. Меточки, помните, внизу были? Потом посмотрим. И вот надо про грибы с ним поговорить, но пока я не совсем понял, как. Так. Найдите логово змеи еще. Нет, я понял, что вот здесь, вот, да, сейчас мне просто как раз лед, льда не хватало. Лед, луч, нора. Все. Мне этого не хватало как раз для полного счастья. Ну, давайте как раз этих сейчас. Солнечный. Молодые пещерники выращивают в своей тайной комнате цветы и прочие растения. Через отверстие в кулаке этой пещеры круглый день проникает солнечный свет. Но когда наступает ночь, теплый свет меняется на голубой и холодный. Пещерник в это сильно беспокоит, пока не объяснил им, что это луна. Еще новое. Интересно, что за шкала? Это мы то, что он прокачивает? Узнавление врагов. Пока ты двигаешься в бою, враги начинают двигаться еще и сильнее. Так. Это хорошо. Что у нас тут? А, все что ли? Это логово, наверное, змеи как раз. Да, видимо. Подожди, она еще драться будет? Вон она. А мне интересно, что с ней надо? Бушер. Опа. Я понял. Ой, нет. Ой, блин. А подскажите, как ее исцелить? Как мне наверх залезть вот сюда вот? Ап. Пам-пам-пам-пам-пам. Луч, живи. Так, надо мне сейчас луч, живи, ущелье. Непонятно. Ой. Да ничего страшного. Давайте пробуем отсюда. А, нет, тоже. Луч.
как ее оживить-то? Да что ж такое? Я понял. Ты пока отдыхаешь, Мика. Ой, блин, ты тут что ли? А чего ты там? Ты где вылез? А, там же? Восток. А как я там загораюсь, объясните мне? Это что такое? Как мне четенько поставили мостик, которым я могу пройти, да? Не могу. Пошлите дальше за змеей, где он там прячется, морда. Так. Влазь давай. Где там спряталась? Ой. Так.
Долг. Так, что-то у вас много прям идет у меня. Ребятки, вы там давайте, а я тут. Да, идти, я так понял. Так. А как нам попасть-то? Так, теперь... Вы не обнадели, друзья. Все. Хорошо, что будешь делать? Мостик есть. А на лисике нельзя, кстати, бегать здесь. Пошлите дальше. Давай, бей сюда. Так, кто там еще остался? Давай, получилось. Ой, мы с вами молодцы какие, а. Укротили змейку, спасли ее.
Что? Ты стал у нас розовенький? И что? Мы с тобой болтаем или что? Так, пещера, надеюсь, не совсем рушится, а то сейчас скажут, мать моя женщина. Спасли. Сейчас на поверхность свет пройдет, не видите, свет проникает. Рыбки там плавать начали, змеи плавать. Змеи понимает, насколько потягательна магия диссонанса. Она простила меня. Кое-кто из молодежи покинет пещеру и переберется на поверхность. Но я останусь здесь, рядом со змеей. Тоже за тебя и призрачного лиса вы должны отправиться в иссохшие земли и найти там гордеца. Там, где все началось, сюжетное задание. Ну, это вот как раз юг. Ты на себя почувствовал открытый конфликт в магии. Я верю в тебя, Розрин. Ты тот истинный свидетель, который нам нужен. А, найти вход в пустыню, это да, это получается сейчас... У нас это осталось задание, только вот там. Да, это вот здесь. Ух ты, что здесь кладки в туннеле? Что за туннель? Вот, получается, вот у нас третья локация, вот она. Вот у нас задание даже, по-моему, да, так понимаю? А нет. Задание просто что-то. Ну вот она, получается, третья локация, там, где все началось. Получается, по сути, наверное, заключительная локация, заключительный босс, так скажем. Так, ну что, дорогие друзья, на этом я предлагаю, наверное, серию закончить, или хотя, я не понял, что вы здесь, расскажите киноки о серебряных шляпках из леса предков. Да я вроде их изучил, но я не могу ему рассказать. Самое, что иначе интересное. Ну, давайте серию на этом закончим. В принципе, у нас получилось уже, наверное, сейчас серия плодотворная сегодня достаточно. Вот, в следующем выпуске, когда мы сходим на север все-таки к этому мальчику Кинок и попробуем ему рассказать. Но почему-то не дает мне, говорит, ничего. Больше вариантов никаких нет у меня, чтобы рассказать ему. Хотя по грибы у меня собрана информация. Может быть, не вся, конечно, но все равно какая-то есть. Даже если посмотреть. Растения. Серебряные шляпки. Ну, он у меня закон... 9, или сколько даже, 10. У меня 10 этих назад. Давайте дохлебку посмотрим. У меня тоже там также будет. Ну, все. По сути. Я как бы вот... Ну, есть у меня информация... Почему я не смог ему рассказать в прошлый раз, не совсем понятно. Ну или давайте добежим сейчас, чтобы я уже в следующий раз, в принципе, добежать, надеюсь. Понять только, когда бежать, блин. Давайте, наверное, добежим. Здесь мы, наверное, сможем пройти к нему как раз. А, не, нам надо, наверное... Блин, я оказался тут, змея. Ага, туда мы только... А, ну что, мы же можем теперь... Лед, луч и склеп. Теперь можем себе вообще в любом месте пути открывать. А, видимо, не можем. Не можем, да? Ну, воды же по уровню, ну что такое? Ну, давайте двинем на север, сходим тогда. Потому что там как-то... Или как теперь пробраться-то к нему, блин? А, у нас вон еще осталось. А, у нас вот еще осталось. Мы-то тоже сможем пройти в центр. Может, надо змеи изучить, что ли? Ну, что такое? А, я, по-моему, забаговался, да? Да. Как я залез на этот верх? Телепорта тут нет, да, никакого? Блин, а, надеюсь... Ну как? Что за... В последнее время баги ловлю периодически в играх. Что вот делать?
Ну, сам Бог велел закончить на этом серию. Давайте сохраним. Надеюсь, она сама сохранится. Тогда на следующий день мы как раз пройдем. В следующий раз пойдем здесь, здесь. Потому что больше, в принципе, наверное, ничего. Ну, вот остался этот квест. Хотя у нас вот здесь что-то еще есть маленькое. Здесь у нас исчезло. Хотя, по-моему, было. Или мне казалось, что было. Ну все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.